Всем доброго утра, и это пятая часть прохождения игры Marlow Bricks and the Mask of Death. Да, наконец-то я запомнил название этой игры. И мы оказались в другом отсеке просто. Корабля, в котором мы прыгали. Так, давайте будем смотреть по ситуации, куда и что нам. Здоровье не требуется устанавливать. И я хочу посмотреть, сколько нам нужно для следующего апгрейда. Так. О, вот как комбо можно посмотреть. На кнопку P я могу еще драться. Класс. Просто класс. Честное слово. Я даже не знал. Так, на P. Раз, два, три, четыре. Я могу еще драться на кнопку I. Ой, сколько много кнопок. Ну, знаете, в этой игре вам, скорее всего, понадобится всего лишь левая кнопка. Ну, можете правой иногда нажать. Думаю, вполне достаточно этого будет. Так, нам, наверное, туда залезть в окно надо. Нет? Ну, просто тогда отойти. Так, все, замечательно. Security story. Хеликоптер. О! Ну, класс. Мы что, на вертолете еще полетим? Ну, пожалуйста. Ага. Все вертолеты, они ломают. Быстрее залазь в какой-нибудь вертолет. Ну что за ерундень-то так? Даже полетать пока есть такая возможность. Так, что дальше-то куда бежать? Непонятно ведь. Ну, я чё-то не догоняю. Чё делать-то? С этим вертолетом чего? Нет. А, просто подбежать надо было. Клёво. Доспехи бога. Чё это ты задумал? Ох, ничего себе. Девушка, у вас зубы жёлтые. И все? Не впечатляюще абсолютно. Вот ты можешь поднять горы за пару секунд, а я тебе голову могу отрубить. За миллисекунды. Ива. Ива растет в России. Этому абсолютно пофиг, что за ним бежит разъяренный балбес. Тут как-то долго он бежит. Давай, давай, давай! Нет. Ну ты бы мог прыгнуть вот до вертолета, вот прям вообще изи. Так, мы берем дяденьку за шиворот. И мы понимаем то, что какая-то суперсила у дядьки, у Путина оказалась. Вот, наверное, подписал какие-то там договор с Газпромом. Теперь он может спокойно поднимать горы денег. Так, туда не допрыгнем. Мог бы. Давай, в бочке. На. О! Я поджег мужиком бочки.
Вы это видели? Я поджег бомбочки. Класс. Дядь, вам не надоело еще летать отсюда, а? О, молодец, сам упал. Так, 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 так. Я ж всех перевел. Нет, еще, да? Ну, получайте тогда вот такую штуку. Бам-бам-бам-бам. Бамбалыла. О, это этот. Кунг-фу панда. Мастер. Йода, давай, уходи отсюда. Ну, это уже не смешно. Ты должен умереть, на самом деле. По идее, я должен умереть. Но вот как бы я-то крутой, а ты нет, и все дела. Слушай, когда ж ты уже сдохнешь-то? Что такое вредный? Опа! Фиг тебе. Все, наеди, давай, давай. Выкидываем дядьку. Классно. Восстанавливаем хп. И все просто шикарно. Почему, я не могу понять, почему мне не дают новые способности. Что нужно, чтобы их получить? Enter. Апгрейд. Нет, никак. Неужто еще так долго придется играть? Столько апгрейдов. Так, что это такое? Пресс Е. О, класс! У меня появилась веревка, как у Индиана Джонс. Кнут, точнее. Так, залазь в вертолет. Быстро. О, наша девушка. Она здесь не была. Как она здесь могла оставить записку? Ладно, фиг с тобой. Пошли дальше. Я в лифте. Я в лифте. Отлично, я не вижу, что я делаю. Я все вижу. Чего вы так долго-то взлетаете? Дурачки, что ли? Я там дрался полдня, а вот только сейчас взлетели. Вот запрыгнул бы на вертолет, догнал бы. Чё? В чем проблема, не понимаю. Ого. Корабль, судя по всему, сейчас вообще к чертям собачьим разрушится, и поэтому нужно будет сейчас улетать. Так, дядя, вы же знаете, что я вас всех раскидаю, получаю. Ну, не, конечно, я и сам могу умереть. А, я не упал. И до сих пор не упал. Класс. Так, пожалуйста, ну не отталкивайся, ну ты чё такой глупый-то? Ты лес или просто глупый, или как там? А, теншн. Чё-то какие-то ахтунки. Ладно, фиг сами, всё ж нормально. Никаких взрывов кораблей нету. Все просто шикарно. Так, на Е, бабочка, давай, я тебе голову оторву и распрощаюсь на этом. Давай. О, принц Персии, точно. Блин, я думал, он по стенке сейчас забежит. Класс. Почему все, за что нам нужно хвататься, помечено знак? Опа. Ой-ой. Как ему не страшно, я не понимаю. Он же обычный смертный. Да, обычный, конечно. О, турелька. Найс, найс. Главное, чтобы мне не успели скушать эти маленькие козявки. Нет, ну я не хочу их за голову хватать. Мне нужна турелька. Да прекрати ты их убивать. Что такой жестокий? Да зачем ты их бьешь? Ты мне можешь объяснить? Чего они тебе такого сделали? Жестокость какая-то, вообще ужас. Вроде миролюбивая игра, абсолютно. А, это не турелька, это обычнейший рычаг, который поднимает лифт. Все ясно. Нет, стрекозявка, ты мне не помешаешь? Нет, ты мне помешала, и за это ты ответишь жизнью. Заплатишь, точнее, жизнью. Тихо! Так, ну, все, ты мне надоело. Получай. Молодец. Так, поднимаем дальше лифт. Я не думаю, что на самом деле это так просто его вот так вот брать и поднимать. Нашему герою абсолютно пофиг. Так, давай. Берем ХП. И идем дальше. Incoming challenge, collect all the orbs and continue. Что надо сделать-то? Это... Ой. Ой. Что сделать-то надо? Ёк-ха-ла-мане. Это какое-то у нас сейчас дополнительное, что ли, задание? Да, судя по всему, какую-то нам дали дополнительную плюшку. Только нам надо сделать все очень быстро. Нам нужно собрать все монетки, как я понял. За какое-то время, да? Да. Давайте только это сделаем. Только все это все-таки надо сделать, да? А то как-то некрасиво получится. Так, запрыгиваем на лесенку. Давай, 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 быстрее соображай.
Дружище, ну прыгни ты на всю карту, ну что ты мозги-то паришь? Давай. Давай, давай, давай. Челлендж completed, 400 XP gain. Ну вот, все классно. Так, что дальше? Кто там так шумляет? Вертолет. Вертолет убил всех наших врагов. А, не, он убивает жуков, схапает. Ладно, давай, ты их сам убивай, я тут тебе мешать не буду тогда. А, это маска, я думал, что-то интересное. Так, все, умирай, жук. Навозный. Нет. Нам нужна вот эта маска. Все, клево. Отойди! Я тебя сразу предупреждаю. Что, почему дядька? Мы не можем просто пройтись по дядьке. Он настолько вежлив, что. Ну, ну это уже не смешно. Так, это вообще что такое? Что за ерундистика? Ну, прекращай, наверное, уже фигней заниматься. А, зенитка, зенитка. Ну, хватит так долго-то стрелять. Да. Ну, это что вообще такое? Как-то не очень по-людски так поступать. Вот за это получаете по мордасам. Взрывоопасные пилоты, да, мы помним. Получаете. А, по лопасти можно им стрелять. По лопасти. Конечно. Взрывоопасная лопасть. Как же я сразу не догадался. Все так изи. А я глупо не догадался. Давай, ну что такое? Какой-то вертолет, который смог. Вот они идиоты, нет, они видят то, что их расстреливают. Зачем они идут на верную смерть? Дядьки, вы глупые или не являетесь собой? Так. Ну и что такое? Смотрите, как они смешно петляют, а? Раз, лопасть, два, лопасть, три. Все. Хорош, завязывайте, это уже не смешно. Сколько вы можете-то летать? Опа! Он пролетел! Еще кто-то пролетел. Надо же, я пропустил двух дядек. А, это какой-то мега вертолет, судя по всему. Да. И нужно тогда... Вот тут по мордасам нужно стрелять. Видели, мы по лопасти стреляли, они ее решили заделать. Поэтому теперь нужно стрелять по мордасам пилоту. Так, ты что, еще жить что ли собираешься? Давай, все, завязывай с этими делами. Че, все, да? Клево. Ну, конечно, надо было прыгнуть именно туда. На что он рассчитывал, когда прыгал сюда? Ага, зацепиться за корни деревьев. Ну, конечно. А, все-таки тебе надо вверх ползти, да? Ползли вверх, что? Так и быть. Ай, больно все-таки. Смотрись, смотрите метеориты, куда падаете. Пам-пам-пам. Сейчас будет куча жуков, однозначно. Или их всех уже разбомбило. О, а вот эта штука мне, похоже, понравится. Или... блин, придумали, чтобы на ней надо было подниматься. Это было бы намного интереснее. Все-таки. Маска, останавливающая ХП. Давай, и я вижу веревку уже, по которой нам нужно будет подняться. Поднимаемся. Давай, 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 давай. Молодец. Может же, когда хочет. А это что вообще такое? Ой, как будто мы без этой веревки не смогли бы здесь перепрыгнуть, а? Боже мне. Ой, ёшкарова! А, ну нам абсолютно наплевать на все. Так, ой-ой-ой. Фух! Они пробежали мимо нас, я уж испугался, что их всех мочить придется. Куда двигаем? А, судя по всему, нам нужно... Блин, да ну вас нафиг. Ящик, наверное, придется двинуть. Он туда, к стеночке, чтобы подняться. Ну, жуки, ну вот давайте без вот вашей фигни. Я боялся, что придется с вами драться. Казалось, что не так. А потом оказалось, что так. И вы меня подставили. Я вас не люблю. Давайте, быстрее. Быстрее. Расходимся, ребят. Здесь ничего интересного нет. Так. Двигаем. Туда же? Надо же туда, я вот вижу прям, что туда.
Да, все сюда. Запрыгиваем. А, нет, все-таки надо было вон туда. Может, отсюда запрыгнем. Придется тащить. Все нормально. Сколько у нас здоровья? Нормально. Ого! Это здоровенный жук всех жуков. Класс. Ну, дай спрыгнуть-то. Чё за ерундистика? Ага, только по веревке. То есть ты еще воды боишься. Все понятно. Монарх скорпионов. Давай, монарх. Отвечай за своих скорпионов. Получай по щам. На тебе. Засранец. Странно, как у нас еще рядом каким-то там не жалит. Обычно во всех играх этим пользуются. И поскакали. У-у-у! Класс, я могу контролировать его разумом чисто одним копьем. Здорово. Ну, все, расходимся. Я убил вашего фазер. Теперь у вас безысходность. Давай, втыкай копье. Поднимайся, тотем. И... Отлично. Какая помывает цену, давайте посмотрим. Сейчас будет что-то сверхкрутое. Прям однозначно. Куча вертолетов, и мы всех убиваем. Опять эта маска. Я не пойму, что за ножи? А, вот он теперь их решил взять в руки. Когда они у него за спиной были все это время. Да ты умен, парень. Угу. Началось. То есть абсолютно скопированная сцена. Не хватает вертолетов и здорового корабля. Не, ну ты молодец, конечно. Ну. И чё? Дальше. Давай, камень разруби еще. Куда он бежит? О, чё, он нас, что ли, убьет сейчас еще? Не, чувак, не надо. Как бы мы за тебя играем. Какие-то звуки на заднем фоне происходят, как он всех рубает. Если честно, очень рад за тебя, то, что ты всех рубишь, такой крутой. Ну, давай как-то уже с этим разбирайся, побыстрее. Все, молодец. Press R to upgrade your weapons page. Так, апгрейдим мы клинки за 5 косиков. И что у нас? Макс Health поднимается, еще что-то такое. Класс, теперь у нас есть новые клиночки. Какие-то такие здоровские заточки. И пока что мы останавливаемся на этом. Заканчиваем нашу 5-ю часть. И смотрите продолжение. Всем удачи, подписывайтесь, ставьте лайки.